по параллели. Запускают, ну вот сейчас у нас работает, что у нас работает, тройка работает. Там третий или там кто на вахе запускает дизель, там, допустим, сказали, готовим там. Второй запустил, там он прогрелся. Ну, они параллель водят, ты не водишь параллель. Я понял. Просто. Чтобы ориентироваться. Да. Короче, он запустился, работает, все нагрелся. Ты нажимаешь вот эту вот кнопочку. Авто. Вперед. Да, this one is when we start generator, this have lighting, okay? This frequency and after put here starter, is automatic coming on load. When we need off load, press this one. Press this one, if coming zero, immediately press manual. If no press manual, generator stop. Stop. After three minutes? 1 minute. 1 minute? 1 minute after stop. Okay? Окей. Okay. Ну, потом посмотрим, когда они будут. Да, Андрей будет еще. Я сюда не это, они там. Я понял. Боутрастер включается, три генератора в параллели. Дали команду, боутрастер снял, включил. Все, финито, блядь. Они с моста запустили. Да, мануал автор. Ее ушел, блядь. Так, ну здесь такого не понятно. Ну это вот. Это то, береговое питание. Береговое питание. Так, а здесь по пультам. Ну здесь параметры всей мочмовой. Здесь стиринги. Это компрессора. Компрессора. То есть ты когда маневры, ты следишь, что здесь, все, короче, следят за давлением воздуха. Бар. Да, там. Пуск дали. Тот, который в мануале, ты включаешь, тот, который в авто, он сам включается. Напился, автомат остановился, вот который в мануале ты остановил. Это, блядь, алармы, характеристики, короче, контроль. Всех, ну не всех механизмов, а основных механизмов. Сейчас в данный момент это стоит на вспомогательных двигателях, на трех штуках. Сейчас в работе у нас третий блядь, стендбай стоит. Также ты можешь перелистнуть, посмотреть вот bilge and oil water separator на эту систему. Здесь вот тебе показывается его мемосхема, короче, что все в порядке, у нас ничего красным здесь не горит. Дальше ты можешь там вот компрессоры. Сейчас все компрессоры у нас стоят, все заебись. Потом, короче, fuel, diesel oil system. Вот. Сейчас вот здесь аларм, потому что здесь, блядь, не знаю, что аларм. А, потому что purifier выключенный. Вот здесь показано, что у нас насос один в работе, еще один в работе какой-то насос их не там. И один purifier, сепаратор у нас работает сейчас. Вот, да. И так каждую хуйню ты можешь, вот главный двигатель. Можешь в таком ракурсе на него посмотреть. Его параметры, температура по цилиндрам, скавич, джекет кулинг, пистон кулинг, короче, любой параметр. Главное, можешь чуть ниже опуститься, но тебе будет вот в такой таблице находиться все. Эксхауз, газ и, короче, вся хуйня мира. Можешь посмотреть котел. Вот это котел. Вот у нас котел, вот это уровень воды, это давление пара. Когда мы в море идем, ну, они ставят на этот экономайзер, то есть котел не работает. В порту в Африке на тяжелом топливе, в Европе только на дизель как работает. Короче, вот такая вот схема. Переход там идет на топливо. Да, это, короче, включать, выключать насосы отсюда, там такое. Так, это у нас показывают наши, вот, что у нас сейчас третий генератор, автомат генератор отключенный, вот его нагрузка, характеристики идут, эти автоматы у нас отключены, аварийный дизель-генератор отключенный, но он в стендбай, боутрастер у нас отключенный, вот такая, это вот питание с берега, когда подключишься, этот автомат заведешь, здесь будет зелененьким гореть. Вот это вот мать мала. Это все будет отключено, а только вот а это с берега будет. Вот это будет подключено. Питание. Так. Ну это такое чисто электрические разные характеристики тут по дизелям. Это система охлаждения идет. Сейчас у нас один насос охлаждения работает.
5 это система диагностики мозгового всего центра. То есть если все зелененьким, это хорошо. Если красненьким, это не есть хорошо. То есть здесь, вот так вот как-то. Так. Ну и да, это потом ты там уже сам. Я понял. Докладываешь. Так, здесь. Это тут занимается дед, второй. Это все мочмовые. Ты сюда не лезешь. Это дублирующий. Дублирующий. Да. Вот это вот система remote control. То есть балластные операции. Здесь все клапана идут вот. Нажал, допустим, вот этот клапан. Вот, он открылся, видишь уже? Угу. Вот, я вот нажал на клапан, он закрылся. Закрылся. Все, пиздец. Клапан закрылся. Вот, видишь, все. Открылся. Это балластными операциями заниматься. Вот билдж живые. Билдж, это вот билдж по машинному отделению. Вот. Машинное отделение. Здесь, когда колодцы воды заполняются, здесь оно все горит. Это билджи стерлинг гир, рулевка, два колодца. Есть еще форварди, билджи полутрастерной, там два штуки есть. И вот билджевые колодцы, вот дек один, видишь? Ага. Раз, это на первом деке два. Два. Три, четыре. Вот. Ага. И пять штук их здесь. А вот это идут, это там идут отсеки, они закрыты. Это в случае, если пробоина где-то, ага. Короче, оно наполняется, вот эти вот войды, да, я понял. Тогда срабатывают. Вот. Это топливная система. Клапана по топливной системе. Здесь вот танки, хуянки, короче. Это вот видишь, АСФ не работает, короче. Угу. Это там вот этот преобразователь, этот трансдюсер, сука, выебывается. Который тоже никак не привезли, блин, он то работает, то не работает. Температуру, которую преобразовывают из того сигнала, короче, и, говорят, цифровой, блядь. Вот. И вот показана наша эта система. То есть у нас вот это вот главный наш, который работает, а вот это шип-офис, который не работает, что я тебе показываю. Ага. Который нужно будет сделать. Да, вот эту систему надо, то есть нет связи отсюда сюда. Да, да. Вот так. Здесь ты накладывать ничего лишнего не можешь, из-за того, что здесь параметры никакие изменить ты не можешь, из-за того, что здесь надо паспорта вводить. Ну, короче, под паролями все. Под паспортами пароль.